место! Оружие не трогать! Михалыч. Михалыч. Убил. Ты что, очумел? Это лесник, Михалыч. Это же убийство. Да еще при исполнении служебных обязанностей. Леха дело говорит. Да, погорячился ты, гвоздь. А отвечать-то тебе придется. Это ты его убил. А ну, заткнитесь, а то я вас всех уложу рядом с ним. У меня с лесниками свои счеты. Ну вот что, я ухожу. Вы меня не знаете, я вас тоже. Но учтите, моя доля добычи прежняя. И не вздумайте мудрить. Будет сподручно, я вас сам отыщу. Эту чурку я вам оставляю. Ребята, быстрее сматываться надо. Быстрее, ребята, быстрее. Да не дрейфь ты. Не так легко сюда добраться. С минуты на минуту здесь рысь будет. Кунаком зовут. Он, вернее, собаки служил Михалычу. Ахнуть не успеешь, как он у тебя на загривке окажется. Значит так, ты сейчас в деревне, чтобы тебя там все видели. А мы, в общем, как паника утихнет, где найти нас сам знаешь. На вылет. Пустую гильзу, правда, нашли. Да и то не ясно, от какого ружья. Что ж, дело просто так и пойдет в архив? Ну, это мы еще посмотрим. Помянуть бы надо Михалыча. Хоть и трудный он был человек. Нет, нет, он был добрый и честный. Я из-за него 2 срока получил. Но я спорить не буду. Я тоже добрый и справедливый. Пошли. Да, нелегко будет найти замену. Михалыча никто не заменит. Сергеич, я бы хотел поработать вместо Михалыча. Ты? В заповеднике? А что? Юрия Ивановича все знают, уважают. Опыт, правда, не такой, как товарищ у Михалыча. Чернов, ружьишко-то когда вернете? А ты опять за свое возьмешься? Я по закону. Всем запретам уже срок кончился. Нашел время. Юрий Иванович, не передумайте. До свидания, Федор. В заповедник потянул. Чушь какая? Я об этом давно мечтал. А как же аспирантура? Годы идут, а я все заочно учусь. Заочно с природой общаюсь в нашей канцелярии. Квартиру тебе только что дали. Да и работа эта хлопотливая. Да и зарплата, между прочим. Сергеич, ты только не мешай, ладно? Невелика же у тебя мечта. И все-таки мечта.
Здравствуйте. Не помешал? Стал бы я из-за ружьишка. Да нет, дело есть. Ага. Понятно. Буду ждать. Хорошо. Нет, 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 нет. Ненадежный ты человек. Вечно попадаешь в какие-то дурацкие истории. Одна охота с вертолета чего стоит. Сергей Сергеевич, ну хватит. Бывали ведь и другие дела. И вы свою долю всегда имели сполна. Ежели подсчитать... Это что за разговоры? Ты кто такой? И вся твоя компания? Подсчитать. Вы без меня. Фу-фу. Ну вот. Я к вам с деловым предложением. Можно сказать, с царской охоты, а вы фу-фу. А мысль-то, между прочим, подал сам Михалыч. С того света, что ли? Погиб-то он у бобровых прудов на самом отдаленном участке. А цена-то на бобровой шапочке нынче по-ей-ей? Нет. Пока следствие идет, именно туда и не вздумай соваться. Сейчас, понятно, нельзя. Но заварух-то, я думаю, скоро поутихнет. И вот тогда все будет зависеть от вас, Сергей Сергеевич. Один справишься? Нет. Ну, это ж моя забота. А что с этим, который вместо Михалыча? Сегодня перебирается. Ну, вот и все. Спасибо. И не боязно так сразу город на лес менять? Да я вырос в деревне. А, ну тогда это меняет дело. Ну, как говорится, Юрий Иванович, ни пуха, ни пера. К черту, ту-ту-ту. Принимай гостей. Вот и мы. Здорово.
Прошу любить и жаловать. Это Машка, а это Алтай. Прекрасный пес. Это я его подарил Михалычу. Совсем маленьким. Думаю, что в твоем хозяйстве они не будут лишними. А что это? А? Да это меня вчера кунак оседлал. Прямо с этого места. Да ты не бери в голову. Иди садись за стол, будем чай пить. Дай-ка я сам. Да. Давай. Просто не верится, чтобы кунак. Просто не верится. Хороший у тебя нож. Сувенир. Я ведь служил в пограничниках в Азии. Однажды задержал нарушителя, а при нем вот этот вот нож. Настоящее произведение искусства. Слушай, Юрий Иванович, для начала дружбы. Дай гривенник. Зачем? Гони, гони денежку. На. Дарить острое нельзя, а продать можно. Понравилось, бери. Да брось, ты что? Бери, бери. Я хоть не кавказец, но обычай этот уважаю. Ну, спасибо. Я его нарочно натощак привел. Покорми его. Сам покорми. Угу. Алтай. Ну, с Алтаем все ясно. А вот что с козой делать? Подоить ее, вот и все. И пасти ее не надо. Утром откроешь калитку, а вечером скажешь: Алтай, где Машка? Хотел похвалиться еще одним пастухом, у него стаж побольше. Но после этого не знаю, что и сказать. Признает он тебя или нет? Главное, нет гарантии, не захочет ли он меня признать еще раз. И все-таки можно вернуть его домой. Не сразу, постепенно. Конечно, можно. Только им живых не мешало бы остаться. Эх, Юрий Иванович, я говорю серьезно. Найдешь к нему подход, лучшего друга у тебя не будет. У него ведь сердце золотое. А где Алтай? Алтай! Алтай! Тут цепочка, Алтай, казак, унак. Должны же рефлексы начать работать. Успокаиваешь? Нет, я к тому, что теперь ты не один. Юрий Иванович, спасибо большое. А то посидел бы еще. Спасибо, мне на дежурство пора. О щенке не беспокойся, он хоть и... привык к воле, но домой вернется все равно. Ну, будь здоров. Заходи. Идем. Так. Ну-ка. Ой, мамочки, холодно.
Здравствуйте. Все в порядке? Вы всегда стреляете перед тем, как поздороваться? Может, вы все-таки отвернетесь? Будем знакомы. Меня зовут Юрий Иванович. А я знаю. Вы наш новый лесник? Да. А меня зовут Надя. Живу в деревне. Работаю медсестрой. Между прочим, мать этого медвежонка могла оказаться рядом. Нет, не могла. Он сирота. Ну, откуда мне знать, что вы чуть ли не на ты с обитателями заповедника? А я и правда чувствую себя в лесу, как у тебя дома. Что, не верите? Ну, спрячьтесь. Куда? А вот за это дерево. Спрячьтесь сюда. Ну, побыстрее. Иди сюда. На. Вкусно? Ну что, убедились? А что? Ничего особенного. Обыкновенное колдовство. Нет. Просто они хорошо разбираются в людях. Намек понял. Тихо. Нас подслушивают. Он приучен Михалычем появляться на выстрел. Кунак. Михалыч звал его сынком. А вот у меня пока не сложились отношения с этим сынком. Будет нужна помощь, тут больница недалеко. Да нет, я думаю, все будет нормально. А вот то, что больница недалеко, это хорошо. До свидания. До свидания. Приходите в гости. Алтай! Алтай! Ах, ты мой родной. Ну, здравствуй. Соскучился. Это от безделия, от безделия. Ну, Алтай, сгоняй-ка за Машкой. А? Сгоняй. А молока хочешь? Ну. Дернул меня за язык.
сейчас. Сейчас я им устрою. Да ты что? Потерял много, но я думаю, что все будет нормально. Надо его оставить у нас. Мы как следует его подлечим. Собака с характером. А вообще-то тебе здесь нравится? Не передумаешь? Да нет. Хотя трудновато пока. Ведь хозяйство мне никто не передавал. Вот и приходится заниматься инвентаризацией лесных угодий и всего живого. Хотел пройтись по границам заповедника, да все никак не соберусь. Надо, ох, как надо. Самые уязвимые места для всяких безобразий. Полей. Но для такого похода не один день нужен. Это да. Спасибо. А вообще-то, глухие места самые красотища. Слушай, а давай махнем вместе. Я через недельку освобожусь, я и да? Значит, и тебя на природу тянет, да? Иногда. И нечего извить. Значит, договорились, через недельку махнем на дальние участки. Ну, давай. Идет. Ты что, обалдел? Полдня тебя ждем. Так мне надо было кругаля дать. Чтоб вся деревня знала, что я в город подался. А расстояние? Ну как там? Нормально. Слово шефа. Неделю к нам никто не сунется. Но меценат твой шеф. Ты бы нас хоть познакомил. Увидишь, сам заявится. С ревизией, чтоб не объегорили. Ну ладно, давай ставить палатку. Не здесь. Давайте повыше. А че? Чего-чего? Забыл, что здесь было-то? А чем?
Здравствуйте. Здравствуйте. Не помешало? Да нет, нет, проходите. Рад вас видеть. Это вам. Поможете 2-3 раза, и все пройдет. А это что? Это облепиха. Спасибо. А здесь ничего не изменилось. Все так же, как при Михайловиче. Вот только книг стало больше. А я уж думал, вы меня забыли. А вы, оказывается, художник. Да ну, какой я художник? Так, балуюсь. А что это за птица? А? Журавль? Вот тебе на. Говорили, лес родной дом. Это аист. Черный аист. Очень редкая птица. Я их видел здесь в заповеднике. Никак не могу найти гнездовье. Удивительная по укладу жизни. По какой-то таинственности, что ли. Красивая. Угу. Болит? Да нет, ничего. Проходит. А виновник не приходил извиняться? Знаете, я его не виню. Еще неизвестно, как бы я себя вел на его месте. Ну, посудите сами, в самом деле. Единственный друг убит. В родном доме хозяйничает чужой человек. Может быть, я-то и есть виновник всего с его точки зрения. Разумно. Бы он так не вошел. Да нет. Он ищет своего друга Алтая. Плохо работаем. Мало, мало. Ох, Жадён. Да ладно тебе. Ты по натуре, Леха, фраер мелкого пошиба. Тебе побольше монет подкинь, ты без леса проживешь. А я без леса жить не могу. Там, где я родился, небольшой такой хуторок в тайге. Жилось мне неплохо. Но, как говорится, нет в жизни счастья. Это верно. Вот сволочь, лапу себе перегрыз и ушел. Чаще капкана проверять надо. Ну, что потом? А что потом? Потом я, значит, снова попался. Так оно и пошло. И все равно по чужой указке жить, этого от меня лично никто не дождется. Я вошел в лес. Хочу милую, хочу на мушку возьму. А навстречу тебе товарищ фуражечки. Гражданин, вы нарушили закон. Ну, это, как говорится, и на раз лаской, а иной и таской. А пули щекотать не пробовал? Вот как наш дружок Гвоздь. Шуточки у тебя дурацкие. Для того, чтобы на человека ружье поднять, это довести меня надо.
И обстоятельства должны быть особые. Спасибо тебе. Як не забуду. Ну, а как тебя зовут? Марина. А он что, злой, да? Что, Борька? Да вы что? Он совсем не виноват. Он на меня хлеб. Больно. Потерпи. Он на меня хлеб из рук ел. Нагнул голову. А-а-а. Ребята меня толкнули. Вот он и зацепил меня. Я как чувствовала, что этим дело кончится. Сколько раз говорила, что нельзя зверей держать там, где дети. Опасно. Его куда-то. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Ну, успокойся, успокойся, Мариночка. Что-нибудь придумаем. Знаешь, Надя, как вспомню вчерашнее, так мурашки по коже. Если б не Кунак. Мы бы с тобой уже и не увиделись. Да. А у меня тоже вчера такой суматошный день был. Срочно вызов в детдом. Приезжаю, там все ходуном ходит. Маленький лосенок. Девочку поранил. А как он к ним попал? Да ребята его нашли. Выходили, выкормили. Мать-то, видно, у него погибла. Ну вот, а теперь он вырос,
И что с ним теперь делать, неизвестно. Да еще этот несчастный случай. Воспитатели все перессорились. Одни говорят за осад, другие чуть ли не на мясокомбинат отправляют. Дети воют. И вот я подумала. Ну, правильно подумала. Я заранее согласен. Вернешься в деревню, позвони Чернову и спроси, что нужно сделать, чтобы определить Лосенка к нам в заповедник. Не обещаю. Надо подумать. Пусть Юрий Иванович позвонит мне. Управление колхоза? Степан Иванович? Богатым будешь. Давненько не виделись. Как у тебя насчет субботы? Нет, нет, это я тебя приглашаю. Уточним. Только у меня к тебе просьба. Ты приезжай на грузовичке. Ну, знаешь, такой, с высокими бортами. Ух, любопытный какой. Приедешь, узнаешь. Нет, нет, все свои. Ну, посидим. На природе, в тишине. Смотри, смотри, смотри. Назад, дяденька, а можно будет навещать Бореньку? Не знаю, думаю, можно. Дяденька, а где ему лучше будет? Ну что вы пристали, человек, будто не понимаете. Здесь клетка, а там лес. Там ему будет лучше. Ты смотри, что с ними делается. А то при слове за осад они прям с ума сходили. Действительно красивые. Угу. Об их верности слагают легенды. Если они сходятся, то уж навсегда. Да. Что для аистов норма, для людей исключение. Это верно. О, смотри, 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 полетел. Видишь? А ты странный. Почему? Не утратил способности удивляться. И вообще, спасибо тебе. За что? За аистов. Да ты что? Тише. А? Слышишь у мотора? Да-да. Откуда они взялись? Интересно. Приехали, выгружайтесь. Как местечко? То, что надо. Держи. Смотри-ка, сам Чернов с целой свитой. А это что за грузовик? Интересно. А, смотри-ка, нужные люди собрались. А вот этого я что-то не узнаю. А, нет, узнал. Вот белые курточки. Кажется, в райисполкоме гаражами ведает. Странно. Да. С ружьями. Но Чернов, ты знаешь, что здесь заповедник? Конечно, знает. Вот что. Я пойду к ним, Надя. Это на всякий случай обойди их с той стороны. Только незаметно. Подожди меня там, ладно? Хорошо. Раскладывайте все, готовьте. Так. Ну как, огурочки, помидорочки, не помялись? Да нет. Надо помыть. А сейчас схожу за водой. Охотнички! А ведь я вас разыграл. Охота будет чисто символической. Вот Николаша знает, что с нашим красавцем делать. А наше дело интеллигентное. Получше кусочки на шампуры и, как говорится, завтрак на траве. Ну, Сергей Сергеевич, подожди. Это нечестно.
Не мешай охоте-то. Ты его выпусти, а мы уж... Дудки, знаю я ваши таланты. Ну, дай ему хоть один шанс. А если он его использует, где я вам второго возьму? И потом, какой может быть разговор о стрельбе? Здесь заповедник. Сергей Сергеевич, ну разреши. А, черт меня дернул с этим розыгрышем. Убирайте ружья, Дроздов идет. А он теперь владыка этих мест. Опередил я тебя, Юрий Иванович. Нового обитателя сам тебе доставил. Только вот думаю, неизвестно ли это дело. Рос он в неволе, к лесу не приспособлен, тянется к людям. А люди, сам знаешь. Кажется, узнаю. Пойдем-ка я тебя с одним интересным человеком познакомлю. Кто там балуется? Дроздов, стой! 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 Стой, куда тебя черт подал? Кому говорят, стой! Бей по стадам! Не стрелять! Иначе я ни за что не отвечаю! Ну, выпустит он его, ну и черт с ним! Мы с ним потом сочтемся! Надо успеть, пока не выпустил. А ну-ка, стойте! Ружья на землю! Ты чего? Ружья на землю, я кому говорю! Это сейчас как шарахну по ногам! Ну? Ладно, брось, брось. Видишь, не шутит. Быстро к машинам! Ружья получите потом. Кому говорят, быстро! Ну, ладно, тихо, тихо. Убери ружье, дура. Пошел! Пошел, тебе говорю! Вот, молодец! Ох ты! Ох ты, дуралей! Вот так. Ну, что ты с ним поделаешь? Пошел! Пошел, кому говорю! Ну! Ну, быстро! Быстро! Ну, что ты медлишь? Иди! Ну, иди! Сергей Сергеевич, не нравится мне твоя затея с шашлыками. Не надорвать бы тебе пупок, Дроздов. Лирик-то лучше принести сюда ружье. Стрельбы-то не было. Заплатят штраф. За появление заповедники с оружием получат вместе с квитанциями. Ну что ж, Дроздов, не ценишь ты дружбы. За голову этого лосенка я теперь не ручаюсь. Моя воля, я тебе показал, как машину угонять. Ладно, иди, иди. Определенно, я взял бы тебя с собой в разведку. Вот ходишь один. А могло случиться, как с Михалычем. Да нет, я думаю, Чернов на это не способен. Да к тому же, дружки его солидные люди. Ты что думаешь? Что? Они тебе памятник поставят? Это хорошо, что они еще трезвые были. Все нормально, Надя, все нормально. О, смотри. Красавец наш. Знаешь, боюсь я за него. И как назло, еще колокольчик забыл снять.
неделя прошла, а твоего покровителя все нет. Да, дальше работать рискованно. Слышь, Лех, да? Переоденься, побрейся, смотайся в деревню. Постарайся до него дозвониться. Возле кордона покрутись. Поразнюхай, чем там пахнет. А вообще-то и в самом деле погореть можно. Еще бы. Ну, лады. Алтай, смотри, кто к нам пришел. Здравствуй. Здравствуй. Черт, как ветер так хлопает без конца. Что-нибудь случилось? Да, тут совсем рядом, в Нижней протоке, бобры. А ты не ошибаешься? Да я своими глазами видела. Странно, ведь до их прудов 30 км. И один из них сильно хромает. Да? Да. Сейчас бинокль возьму. Грибы! Что? Грибы захвати. А, спасибо. Где? Вон там. Да, то ли стреляли в него, то ли в капкан попал. И далеко же им пришлось удирать. Видимо, там что-то произошло серьезное. На, посмотри. Не хочу. Может, предупредить Федора? Да. Передай ему, пусть срочно ко мне едет. Надо идти бобровым прудам. Thank you.
буду тебе, дружище. Так, вот молодец, вот умница. Ну, успокойся. Я тебя в обиду не дам. Поджог сарая — это непросто. Это как бы предупреждение. Да и на воровство это не похоже. Вот только твоим подарком соблазнились. Сарай был кунак, а для браконьеров он всегда был лютым врагом. Они его больше Михалыча боялись. Да, и появление бобров тоже неспроста. Я думаю, это одних рук дело. Ну что, поедем по бобровым прудам, Федор? Поедем. А вы надолго? Дня на два. Я думаю, что Алтай тоже с нами пойдет. Хорошо бы и кунак. Да, кошки народ живучий. Ну что, кунак, пойдешь с нами? Далеко еще? К вечеру будем. Ну как, Сергей Сергеевич? Как наша бригада? Нормально. Только вот что, ребятки вы мои. Без самодеятельности. Чтобы в нашем городке, да и по соседству, никакой торговли. Ни шкурками, ни шапками. Ну, тем более, что они чем дальше отсюда, тем дороже. Да, Алексей, новость есть. Карабин Михалыча обнаружили. Правда, тот, у кого был карабин, успел уйти. Но он все равно на крючке. По описанию внешности объявлен всесоюзный розыск. Верно говорят. Сколько веревочки не виться. Сергей Сергеевич. Вот ваша доля. Самые отборные. Отметить бы надо. Да вы что, ребят, газет не читайте, радио не слушайте. Закон надо уважать. А нас, значит, не надо? Да шучу, шучу. 10 бутылок вам хватит? Нормально. И учтите, чтоб завтра вас тут не было. Леха. Ты пока упакуй, а я пойду руки сполосну. Мне пора. Угу. Привык все чистыми руками делать. Охранитель природы. Thank you.
Молодец, кунак. От него не уйдешь, мерзавец. А ну, вставай. Оставь его, кунак. Руки, руки назад. Кунак, где Дроздов? Ищи, ищи. Юрий Иванович, надо бы вокруг все проверить. Иди осмотри палатку. Ох, жаль, я промазал. Ты бы сейчас уже не командовал. Лежи, лежи. Не промазал, а не успел. И за это спасибо Алтаю. А гильза-то, которую здесь нашли, вот она откуда, а? Пожалуй, убийство Михалыча это ваших рук дело. Какой еще Михалыч? Давай, давай, навешивай. Что было, что не было. Все одно тюрьма. Ну, мы свое получим, но и с тобой еще встретимся. Смотри, что наделали подонки. Узнаешь подарок свой? Да, теперь все ясно. Убийство Михалыча, поджог сарая, это одних рук дело. Вооруженное сопротивление. Нет, ребятки. Другой встречи у нас с вами не будет. Смотри.